Сегодня 23 августа 2018 года. Доброго дня, вернее уже вечера, всем моим подписчикам. Спасибо за комментарии. Подходит к концу наше лето. Через неделю уже осень. В этом сезоне много было успехов сделано. Есть еще, конечно, планы, но в основном я довольна. В принципе, я закончила работу практически над этой клумбой. Осталось совсем немного ее доделать. Лето в этом году нас радовало. Были теплые, жаркие дни. Были холодные, прохладные дни, дожди. Вот несколько дней уже где-то, дней 5, наверное, стоит у нас жара. Хотелось бы немножко дождика. Тем более аллергия на амброзию нас постоянно мучает. Но ничего, справимся. Вот такие дела у нас. Цветут гортензии. Это Панила Фрейс. Вот она уже стала ярко-розовая. Это Pink Diamond. Она еще совсем даже не пинк. Посмотрим дальше на ее поведение. Здесь у нас фантом. Большой, красивый фантом. Вот такой. Приличный кустик. Это малышка Бобо. На заднем плане у меня флоксы. Вот этот цвет яркий, радостный. И здесь Diamond Rouge. Вот она уже прям Rouge красная. Это у нас Sunday Fries. Тоже хорошенькая, молоденькая. Это древовидная Аннабель. Здесь у меня новые посадки. Сосна горная. Сорт забыла. Надо поехать посмотреть в питомнике, как он называется. Это малышка можжевельник Blue Star. Начинают зацветать верески. Посадка весенняя. Весной они цвели. Три разных цвета. Белый, бледно-розовый, ярко-розовый. По весне цвели. Вот сейчас тоже набрали. Вот такая у меня еще обновка на штамбе. Можжевельник. Сорт тоже я что-то прохлопала ушами. Не записала, как он называется. Такой вот невысокий штамп, ну, даже причудливый какой-то форме, на кого-то похож, растрепа. А здесь тоже малышка можжевельник Blue Star. Здесь я посадила, вернее пересадила рододендрон. На заднем плане я планирую досадить туи смарагд и вот продолжить вот этот ряд. Будет немножко притенять тогда туя рододендрон, иначе он
подгорает. И здесь вдоль забора можжевельники. Blue Arrow, можжевельник скальный. Тоже малыши. Вот такая у меня получилась практически уже законченная парадная клумба. Единственное, потом уже будет только за ними ухаживать, где-то что-то подсаживать, пересаживать. В принципе, уже все готово. Ну, это гортензия крупнолистная не цвела. Она маленькая. Будем ждать ее. Посмотрим, как перезимует. Вейгела. К сожалению, она чуть-чуть у меня сломалась. На нее свалились качели. Был очень сильный ветер. Но в любом случае она наросла хорошо. Ой, ветер у нас поднялся. Неужели дождь пойдет? Вот чуть сбил бы пыль. Жимолость татарская цветет. Это роза чуть приболела, все равно тоже цветет. Вот такие они душистые цветы, огромная, высокая. Всего лишь прошлой весной я посадила маленьким черенком. Сейчас она просто супер-пупер.